Здравствуйте, вы на канале Uni9, с вами я, Стак. Это пробный формат, пилотный выпуск. Еще в июне я снял это видео и все думал, как его смонтировать. Ролики, в которых я просто рисую, заходят слабо, вот и пришла идея сделать так. Я буду комментировать свои действия и говорить про используемые видеоштуки. Но сейчас я хочу порекомендовать вам канал FastRoot. На его канале вы найдете прогулки на велосипедах в интересных местах, эксперименты с ними, челленджи, а также парень начинает заниматься граффити. Очень интересно будет проследить его путь развития. Подписывайтесь на канал и пишите «Привет от Uni9». Начнем с того, что я перевожу свою работу со скетча, который запакован в какой-то пакетик. Также отлично для этого подходит файл. Запаковываю для того, чтобы не пачкать скетчбук. Для перевода я использую банку Детон с дельфинчиком. Покупал я ее вроде бы за 105 рублей. Думал пустить заливку, но потом решил использовать на перевод. К концу лета она уже кончилась. Перевел с нее около 4 работ. Слабенько, но за соточку норм. Жаль, цены такой в Ашане больше нет. Теперь она снова по 150 рублей. Советы по переносу или созданию работы, если это фристайл. Первое. Чаще отходите и смотрите, ровно ли идут ваши буквы. То есть не скачут ли они выше или ниже. Также смотрите за их размером. Второе. Не делайте слишком большую работу, у вас уйдет на нее много красок. Если у вас нет подставки, то переводите букву не выше середины вашего предплечья на вытянутой вверх руке. Третье. Если вы, как и я, не умеете переводить сразу всю работу с одной или пар линий, начинаете разлиновывать всю стену, то найдите среди ваших линий лучшую и повторите ее другим цветом, чтобы не потеряться. Ну, вроде и все. Переходим к заливке. Поговорим немного о краске, которую я использую. Это Maker Street. Мне повезло урвать его по оценке в Леонардо по 180 рублей, хотя обычно он стоит 280. Про саму краску. Как говорят, это тот же Артон, они даже делаются на одном заводе, полихим Воронеж. Ну, мне он показался более жидким. За лето я попробовал разные цвета, и мнение не поменялось. Она не течет, не брызжет, просто более жидко ложится. Так, про заливку. Как заливать, какие моменты учитывать и так далее. Опять же, первое. Заливайте в одном направлении, будь то по горизонтали, по вертикали или диагонали. Также по направлению контура. Это важно, если вы проливаете неплотно или на плохой поверхности, например, плиты, которые впитывают краску. Второе – кэпы. Тут несложно. Фэткэпы – это быстро, плотно, но больше расход краски. Скини-кэп, типа Universal кэпа – это экономично, но медленно. Если в вашей работе несколько цветов или надо проработать заливку, то оптимально использовать скини. Софт удобно использовать, если надо сделать градиент. Если один цвет или же хром, то проще фэт. Подробнее о том, какие есть кэпы, в моем видео, ссылка в описании. Я же для этой работы использовал сначала Universal Skinny Cap, запарился и взял Pink Fat Cap. А на переводе, кстати, тоже был Universal Skinny Cap. Давно хотел сделать однотонную заливку в один цвет, поэтому рассказывать про фишки тут нечего. Если формат зайдет, то расскажу как-нибудь в следующем видео. Теперь о фоне, ну или о фишках фоне. Фоном я назвал все, что будет идти у нас за Second Outline, ну или просто Outline. У меня же туда попали нормальные тени, или еще можно сказать тип реально. В нашем увлечении есть понятие граффити тени, может его и нет, но я это так называю. Граффити тень – это тень от букв в цвет контура, плюс ко всему эта тень обводится аутлайном, что для реальных предметов в жизни немного странно. Я же взял серый с собой, зная, что стена где-то этого цвета. Не претендую на 3D эффект того, что моя работа висит, просто задумка была сделать именно такие тени. Жаль, что теги на фоне немного мешают, но закрашивать стену было нечем. Самим тенями все просто. Если вы изображаете вашу работу на ровной поверхности, то есть за ней как бы стена, а не какое-то рельефное что-то, то тень – это полное повторение ваших букв со смещением от источника света. Подробнее я разобрал тему граффити теней в статье в группе ВК. Ссылочка также в описании. Кстати, тени я делал с Universal Skinny Cap. Переходим к контуру. Снова во-первых. Контур – это нелегко, и он требует практики. Чаще рисуйте, уделяйте больше времени длинным, ровным и безотрывным линиям. Хорошей практикой будут холлоус или троуапы. Только делайте их не тяп-ляп, а старайтесь. Второе. Старайтесь проводить целую, безотрывную линию. От сгиба к сгибу. Так она выглядит ровно и целиково, без обрубков. По кэпам. Начал я опять с Universal Skinny Cap. Им удобно прорабатывать мелкие детали, делать прямые тонкие линии, но если задача стоит сделать просто толстый контур, то проще взять Fat Cap и провести одну ровную линию, что я в дальнейшем и сделал. На контуре у меня One Take, со своей задачей он справляется нормально. На этапе контура у стены я стал замечать, что цвет заливки стоило брать светлее. Но тут особо выбирать не приходится, покупал-то я по оценке.
Также не стоит забывать про этап стачивания работы. Если вы делаете округлые буквы, то проверьте, везде ли форма изгиба верная. Вот, например, я исправляю округлую часть. Я люблю выводить линии внутри букв в острие, и не всегда удается добиться идеальной острой концовки, сразу же проводя контур. Вообще, как делать линию, чтобы она кончалась в острие или в тонкую линию? Подводя руку к концу линии, стоит постепенно отжимать палец с кэпа, а в этот момент наклонять банку в районе кэпа ближе к стене. Эти два действия должны происходить одновременно. Из фишечек. Я делаю тени на местах наложения элементов букв. Для того, чтобы понять, как и где делать тени, надо изучать светотень. Я сам сейчас этим занимаюсь, если вам будет интересно, то попробую сделать на эту тему видео. Пишите в комментарии. По сути, правильная тень должна быть светом на тон темнее цветов заливки. Но в Грасте есть свои условности, мы это поняли еще из момента теней, которые идут от букв. Часто из-за экономии или просто чтобы не запариваться, делают тень цветом контура. Речь именно про тень внутри букв, которая делается распылением, как у меня, или же ее можно сделать четкой. Подходим к outline, ну или правильнее second outline. Здесь каждый смотрит сам. Толстый outline отделит вашу работу от фона, тонкий выделит на фоне. Цвет светлее, чем контур, подчеркнет работу, а темнее дополнит. За лето я влюбился в тонкий outline, который удобно делать с Flame Blue Skinny Cap. Здесь были первые попытки сделать его тонким. Банка на ауте OneTake, и она также справляется со своей задачей, хотя для подобных тонких линий интереснее было бы взять артон или что-то с низким давлением. На бликах у меня OneTake с Universal, мать его, Skinny Cap. Ну вот люблю я этот кэп, но в видосе слишком много его. Источник света я выбираю классический для граффити, правый верхний угол. Вам советую экспериментировать с разными точками света, иначе позже будет сложно перестраивать голову на другие блики. Мысль. На мой взгляд, подобные шарики, как у меня, отлично подходят для круглых форм. Они создают эффект пухлости букв. А тонкие и острые для прямых, там они подчеркивают грани букв. Если вы хотите показать больше объем буквы, то блик надо смещать от контура. Если меньше, то рисовать его ближе к контуру. Надеюсь, я вас еще не запутал. А также я делаю распыление на бликах, чтобы сделать их помягче. Вообще, как таковые прям белые блики в жизни встречаются нечасто, но снова в граффити это обычное дело. Правильнее было бы взять цвет светлее, чем в заливке. Затем я делаю что-то вроде тени в буквах и рефлекс. Тень идет с противоположной стороны от бликов, то есть она перемещается в зависимости от выбранного вами источника света. Лучше делать тень в буквах на тон темнее цвета заливки, аналогичная ситуация как и с бликами, только там светлее, а тут темнее. Опять же, в целях экономии часто просто берут цвет контура, тогда можно потерять формы в тенях, а помощь приходит что-то вроде рефлекса. Это уже не базовая тема для граффити, так же как и тени, кстати, и подобное не встретишь в каждой работе. Логика этого эффекта в том, что на эффект попадает свет, который отсвечивает от низа, будь там пол или какая-то поверхность. На скетчах я обычно делаю это белым цветом, но на стенах я заметил, что люди просто проводят линию вдоль контура цветом заливки, и сам решил повторить это. По сути, why not? В конце я все привожу в порядок, что замечаю, и вот он итог. Как вам в сравнении со скетчем? Пишите в комментарии. А сейчас всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и не забывайте про мою инсту, группу, туда тоже выкладываю разные интересности. И запомните, все в мелочах. Пока.